В общем-то, я долго, честно говоря, долго колебался, представлять сегодняшнюю книгу или не представлять, как говорится, боясь быть ложно понятым, потому что, ну, вот я показываю ее обложку, потому что фамилия ее автора в определенном, ну, как обычно, большинство-то у нас вообще ничего ни о чем не знает, но в определенных кругах фамилия ее автора стала, ну, таким жупелом, как раньше говорили, очень одиозно. И когда хотят сказать про историка или про какого-то деятеля, что вот очень плохой и небрежно относится к истории, говорят, ну вот он как Суворов же. Вот, и в общем, ну вот жупил тут точнее не скажешь. И я отлично понимаю, что если я эту книгу вытащил в эфир, то кто-то решит, что я полностью и целиком поддерживаю воззрение, исторические гипотезы ее автора, его политические воззрения, симпатизирую ему по-человечески и так далее и тому подобное. Ну, в интернете есть роскошная формулировка на этот счет, я просто оставлю это здесь, конец цитаты. Я могу прояснить свою позицию, может быть, она кому-то покажется, ну, в чем-то циничной, ну, не знаю, как это назвать. Дело в том, что я не считаю, что если вы читаете какую-то книгу, то вы обязательно с ней согласны. Я не считаю, что если вы дочитываете эту книгу до конца, она проникает к вам в мозг, и вы, в общем-то, как маленький ребенок или как зомби во всем становитесь согласны с автором. Чтение – это всегда разговор с автором, и далеко не всегда этот разговор, как и в жизни, этот разговор какой-то легкий, такой взаимный обмен комплиментами. Господи, вы такой умный, а уж вы-то вот просто и вы. И это вы очень метко заметили. Да-да, конечно. Разговор – это ведь на самом деле и спор. Это одна сторона вопроса. И спорить с вот так вот заочно, спорить с Суворовым очень интересно, в отличие от многих других авторов. А с другой стороны, если подойти, вот почему я оговорился о цинизме, ну, не будем скрывать, история 20 века и военная история, это давно уже стало для очень и очень многих людей, она стала развлечением. Потому что, и развлечением хорошим, качественным, потому что ни один выдуманный сюжет, никакая беллетристика не превзойдет те сюжеты, тот накал страстей и те образы, которые имели место в реальности, тем более в военных условиях. А война – это сконцентрированное проявление всего на свете, и низости, и возвышенности, и так далее, и тому подобное. И вот если этот вот ряд рассматривать, смотреть на вопрос с этой точки зрения, то Суворов, безусловный лидер номер, автор номер один среди отечественных в этом разряде. Читать его безумно интересно. Я бы даже рискнул сказать, что в плане русского языка и стилистики он сейчас занимает первое место не только в нон-фикшн российском, но и вообще в словесности. Опять-таки, это, конечно, точка зрения, с которой можно соглашаться, можно не соглашаться. Это не делает его теории априори верными. В общем, читайте, наслаждайтесь языком, наслаждайтесь темпераментом автора, спорьте с автором. Это с гарантией отлично проведенное время.